перископ майки .org. Заходи на страницу, не пожалеешь, бро. Тут толстовки, костюмы, шапки, футболки, одежда с огромным каталогом принтов. Выражай себя в принтах и дари подарки близким. Контроль качества, ты не будешь в зоне риска. Окей, ты еще не понял, заходи. Тут ссылка в описании, это лучший магазин. Бау. Приглашаем еще больше подписчиков в ваш эфир, когда их ноль. Обожаю. Здорово. Саламуля, Анвариар. Всем саламуля. Че там? Ну сейчас Инстаграм приглашает еще больше подписчиков. Посмотрим, сколько их будет. Бля, ну уже 8 достойно, я считаю. Сейчас надо дверь закрыть. Да, короче, люди в соседнем офисе подумают, что я ёбнулся совсем уже. Когда реванш с ПМом? Да я думаю, никогда. Нахуя мне, типа, проебывать ПМ? Не, спасибо. Да и не хочется батлиться с Владом совершенно. Я хорошо к нему отношусь. Здорово. ОЗБ, здорово. Меня тут спрашивают, когда у меня реванш с ПМом. В честь чего эфир? Да мне, ну, делать нехуй, типа, не знаю. Собираюсь домой ехать и что-то вот решил хуйней пострадать чуть-чуть. В честь чего весна началась, ребят. Я думаю, что это достойный повод. Охуенно потеплело сегодня на улице, стоял в футболке просто, блядь. Проветривал свой бородатый ебальник. Только проснулся, мне похуй, правильно? С кем тебя в пару на отборах поставили? На каких отборах? На РБЛ? Не понимаю, о чем ты. А, так у вас еще время-то, блядь. А, ну хуй знает, что ты только проснулся. Хотя, вот, отдыхать надо много. Поработать всегда успеешь. Спасибо. Версус, что... Да блин, зачем эти вопросы про Версус? Я же все равно не дам никакой интересный ответ. Go main event. А когда? Ну, go. Ну, давай спишемся. Я, типа, как бы не против. Когда там у вас планируется? Объебался вчера. Это нормальная история. Так вчера же был понедельник. Ну ты чего? С Оксимироном, что ли, тусовались? Кто-то так периодически лайки ставит, ребят, очень приятно. Дима Шум все еще самый красивый, стройный, талантливый рэпер. Возможно. С чем рифмуется Антон? Не взяли в сезон, возможно. Блять, вот мне кажется, что с этим прежде всего. Меня тут спрашивали, куда пропал ЗБ, почему нету эфиров, типа. Я говорю, наверное, ЗБ занят сезоном. Так я все равно, вот, кстати, я все равно, типа, буду приезжать. Я... Короче, ну ты сам знаешь, типа, короче, в 20-х числах я, ну, собираюсь прилететь, really, на несколько дней потусоваться там, все такое. Поэтому, я думаю, мы обязательно там тоси-боси хуй на тросе и все такое. Видел батл паровоза. Блять, я очень хочу посмотреть, короче, батл паровоза.
Но я еще его не видел. Я увидел сегодня на Ютубе, что он вышел, но я еще не видел. Я дохуя всего не видел. Я не смотрел Версус новый, не смотрел Фиделио, много всего не посмотрел, но, блядь, Battle Паровоза я посмотрю обязательно. Деда надо возить, деда надо стричь, мыть, вся хуйня, типа. Просто так дед сам не будет этим заниматься. Там же прописано все, ты че. Конечно, хорошо, но Антон Сектор, Боб Бэтл, Флоу, Негров, любимый мой рэпер, спасибо, спасибо. Хуйня батл полная. Ну, я не знаю, я, короче, вот начало Поха там я смотрел, но что-то я потом, мне надо было идти куда-то, я не посмотрел. Но я посмотрю все равно, потому что, ну, блядь, интересно, как у них там, как они смотрят на комплиментарии. Я видел, что Мирон что-то хуесосил в Твиттере, короче, Хэллоуина, что, блядь, не нравится ему. А Хэллоуин ему такой, я приеду тебе и, блядь, объясню все панчлайны и попляшу, что у меня. Мне очень понравилось это. Вот. Веселый эфир. А, ты про Парвоза? Да я все равно посмотрю, ты же сам понимаешь, это дело принципа. Точка батл, я вот, кстати, рассчитывал, что точка батл будет чем-то хлеще Фиделио, что можно будет смотреть ради трешовой хуйни какой-то, но... Блять, там этого не было в первых выпусках. Я надеюсь, что с Паровозом будет. Оксимирон лох и не выкупает. Ну, как-то так, по-моему, Хэлл и писал по этому поводу. Слышите, как я пальцами хуярю? А, ну... Сейчас уже классика, знаешь, типа... Не упомянул только ленивый. Рестер от раундов Хэлла был в ахуе. Ребят, Рестер, он впечатлительный мужчина достаточно. Привет, Сектор. Привет, МС. Ксана или Хана, хуй знает. Когда теперь батлить будешь? Ну, у меня нету точного какого-то... Точной какой-то информации на этот счет, но я буду батлить еще обязательно. Я думаю, что я затягивать сильно не буду с тем, чтобы прохлаждаться и хуйней страдать. Потому что уже скучно, честно говоря. Мирон даже сарказм Хэлла не выкупил. Ну... Бог ему судья, что поделаешь. Годный профиль. Пойду хуярить энергетик. Антон, побереги сердце. Какой энергетик? Чайку и бани лучше. Зачем? Как погода в ЕКБ? У нас снег лежит, заебало. У нас сегодня весна. Я говорю, я курить выходил, в футболке стоял просто. Это вообще охуеть было. Привет, крутой МС Сектор. Привет, крутой Дал Салбат. Я не смогу. Гоф турнирку СПБ. Да я думаю, что нет. С чего вы взяли, что она будет вообще? ЗБ, держись. Да замутим тебе ивент, брат. Обнял. Главное, на другие проекты не иди. Ну, у меня только один другой проект есть. Это слово ИКБ. Но там пока тоже не прогнозируется. В пятницу будет алкострим. Без моего участия, если и будет, то без моего участия я занят в пятницу. ЗБ батл. Больше всех хочешь, чтобы ты батлил. Я тоже хочу батлить, мне нравится батлить. ЗБ какие люди. Путь Исла. Не, ну мы, конечно... Бля, вот мы с Картаном запускали стрим, там было написано, что мы идем на Фиделио 2, и мне реально начали писать, короче, что, бля, ты в натуре собрался на Фиделио на второй сезон. Как люди верят в эту хуйню, я не понимаю. Это же очевидно... Шуточки. ЗБ, пей энергетики, держись, завидую Хэллу. ИКБ не в счет, ну да. Подбиты на Рэболе. Да кому я нахуй нужен подбиты? Вы че? Я на самом деле не уверен, что мне интересно батлиться подбиты. Лако сказал, что будет. Но СПБ готовят, но они готовят ивенты, пока там турнирки, как я понял, нету. Но мне говорили, я не пойду туда, типа, что там ловить. Я не хочу пока в турнирку. Без Сектора стрим смотреть не буду. А очень зря, типа. Хотя вот хуй его знает, может и... Если, короче, он будет в субботу, то я, наверное, сбегу. Если он будет в пятницу, то я не смогу его забежать. О, Браги, салют. Здравствуй, родной. Кто-то верит, что ты сидел на лице мартовского лол. Ну, ребят. Смотрел Battle of Otrix, иди по там, дед такой красивый. Город пиздец. Не знаю, что ты имел в виду под город пиздец, возможно, Горгород, но дед, это потому что дед был пьяный, он когда выпьет немножко, у него обаяние плюс 15 тысяч сразу очков.
На концерте с шумом зажег нормально. Да, потому что я ебашу. Я думаю, состав второго Фиделио будет похлеще четвертого Фрешблада. Я тоже так думаю, если будет второй Фиделио. Дед не успел прочитать. Ты своим присутствием делаешь стримы радостнее и обраги респект. Спасибо, я стараюсь. Сектор и на лице спящего Картавого сидел. Нет, такого никогда не было. Витя Бови или Оксимирон? Не знаю, слушайте. Ну, наверное, Витя Бови. Какой ракурс отличный, как новости по России смотрю. Тут на самом деле стоит бутылка стеклоочистителя какого-то, блядь. И я на него... Это единственное, на что я могу поставить так телефон, чтобы мне было нормально видно сейчас. Поэтому... Концерт Смоки неплохо. Мне нравится, как он вживую делает. Это прикольно. Ну... Кто хуже всех выступил на отборе? На каком отборе? Не понимаю, о чем-то. Короче, концерт Смоки был про живую музыку. Вот в чем прикол. И даже песни, которые ты как бы вроде хорошо знаешь, их приходилось по мотивчику узнавать. И типа это круто было. Ну плюс он отыгрывал хорошо очень. Че за чел призрак коммунизма? Я его не знаю. Я не знаю, кто это. Типа я с ним не знаком. Я о нем слышал, но я о нем ничего не знаю вообще. Киси куришь. Винсон X-Style серый курю. Ты на тапочек снимаешь? Да, на тапочек снимаю, братан. Надо, кстати, менять эту хуйню уже. У меня телефон потрескался, как хуй знает что. Как будто, ну, я не знаю, как моя карьера батловая. Здорово, Лида. Я обязательно что-нибудь сделаю, чтобы не снимать на тапочек, ребят. На всему свое время. Если что-то пропустил, то продублируйте, пожалуйста. Вроде надо домой ехать, короче, такие пробки там сейчас пиздец. И как быть? Покупай Xiaomi. Не знаю. Да нет, ну типа, я по iPhone себе взял сразу, не ебал мозг. Просто как-то такой момент, что типа повода не хватает. Вот какого-то. Вот мне нужно, чтобы этот телефон сгорел просто. Просто уничтожил, чтобы его на атомы расщепило, чтобы я себе купил новый. У меня вот так все время. Такой грустный смех, но он наигранный просто. ЗБ ушел. Ну, ЗБ надо приходить в себя. Ламповая трансляция, как и сам сектор. Спасибо. Планируешь турнир к Rap Sox Battle? Нет, я не планирую. Меня звали несколько раз батлить на Rap Sox. Первый раз я сказал, что типа, ну, возможно, когда-нибудь давай попробуем. А второй раз это было после того, как я увидел батл Сеймура и Внука, и я просто охуел, как все плохо. Типа, чувак... на раундах Сеймура начинает кому-то звонить в первом ряду. Мне сразу кажется, что он звонит в СБУ Украины, блядь, и короче, не хочу я там батлить. У деда вставные зубы, я только сейчас заметил. Слушай, я не знаю, он не кусал меня ни разу. С Мовцом забатлить. Да я тоже с Мовцом не хочу, он прикольный чувак. Типа, мне Мовец как человек, типа, вот, я его уважаю, короче, не знаю, мне не хочется на батлить. Почему слово ЭКБ не соберет тебе на телефон? Да потому что я сам могу себе собрать, блядь, на телефон. Я работаю, ёпта, я на работе сейчас. Как называется прическа на подбородке? Да никак, блядь, она не называется. Называется, ну типа, хуй знает, алкоголик. Ты рофлишь, они на ивент сколько собрать не могут. Не знаю, я, кстати, не слежу вообще, сколько там собрано, не собрано денег. Мне вообще похуй, типа, если честно. Ну типа, у него улыбка неестественная, голливудская. Так может он как бы сам из Голливуда, знаешь. Не было никакой проверенной инфы о том, что он из Пышмы. Я его здорово. Мовец гордость Сибирского федерального округа. Мовец крутой, реально. На Фиделио, Эша, Сеймора разъебало. Я не очень в это верю. Я, кстати, говорю, еще не смотрел этот батл. Типа. Я слышал, что она хорошо выступила. В это я верю. В то, что она прям разъебала Сеймора, мне сложно поверить, к сожалению. У деда самая лучшая улыбка так-то. Ну да. У деда смех, вы вот не слышали смех, короче. У него есть такой момент, что если вы его как бы рассмешите, но не сильно, там бывает такой смех, который вы нигде не услышите. Серьезно, у меня даже войс, блядь, сохранен один с этим смехом. Шма просто рядом с Голливудом, да, сразу за буковками вот этими. Кстати, там пиздос, где там? Вау, рэпер с работы, респект, респект. Самая лучшая улыбка у Коломойского. Там ничья, если че. На батю моего похож. Да мне все говорят, что я похож на чего-то батю. Ребят, клянусь, я не прикасался. Ну вы поняли.
Ты был в Пышме у деда. Кстати, нет, он никогда не приглашал меня в Пышму. 15 или 29 в Питере. Я, ну, в 20-х числах. В конце 20-х чисел. У деда смех, как у мультяшки. Вот, да-да-да, реально, как у мультяшки, короче. Он как кто-то из улицы Сезам смеется. Вот знаешь, какой-то вот... Я не уверен, что там есть такой герой, но мне почему-то хочется в это верить. Реально, представь Гришу персонажем вот улицы Сезам, блядь. Очень легко он вписывается туда. Усы чешутся, блядь. Чем мы сколько уже? 20 минут где-то пиздим, наверное, да? Или меньше? Зелебоба? Да какой Зелебоба? Ты чё? Не, он типа не Зелебоба 100 баллов. Он кто-то другой, кто-то другой. Вот Дима Шум больше похож на Зелебобу. Вот, ну согласитесь, просто объективно, да? Дима Шум похож на Зелебобу. Даже Браги больше, даже я больше похож на Зелебобу. Добрый житель пустыни, блядь. Может, судья из кто подставил кролика Роджера, бля, я не помню, как это выглядит. Добрый койот. Бля, я, мне кажется, я бы сейчас поменял никнейм в Твиттере прямо сейчас на добрый койот. Дима гуляет, я, если честно, хуй знает, где он. Он мне сегодня звонил. Он, по-моему, не трезвел вообще, блядь, с выходных еще. Смех Пеллегрина, дело Грина. Не, ребят, это, типа, ну, это приватная инфа, короче, вы должны понимать. Не все можно выставлять, вот, ну, типа, на показ. Есть, типа, моменты, которые остаются только в конфе слова ИКБ. Влад ПМ, да, ПМ, здорово, обнял, ёпт. Секунду, мне нужно ответить. Так. Еще там. Спасибо за лайки в Твиттере. Да не за что, мне-то хуйня делов. Вообще Парагрин похож на желтого одноглазого миньона. У Гриши такая нетипичная внешность, что можно... Его можно безразлично разобрать, на кого он похож. Но заметь, в любой ситуации это кто-то добрый. Battle с PM это твой проеб, эй. Ну, не знаю. Я не понял смысла этого сообщения. Ебать стримище сектор за BPM. Сейчас гимн. Подождите, как там гимн РБЛ, блядь? Наверное, нереально так найти в поиске такой. Да, наверное, невозможно. Добрый тоже. Куда донатить? Да не надо донатить. Типа, камон, нахуя. Как дела? Дела? Да охуительно. Сектор был на концерте Букера. Я не был на концерте Букера. Гриша похож на динозавра. Ну и на динозавра он в том числе похож. Танцевал под раунды Вейпхантера. А попробуй не затанцевать под его раунды. У Гриши прекрасная внешность. Ну да, он неотразим на велоцираптора. В смысле как? Не понял, Артур, что-то я проебался. А как мне... А, бля, я понял, сорян. Я, честно говоря, я не помню, как это пишет. А, блядь, я тупой, сорян. Ёбаный рот. Напиши еще сразу что-нибудь, чтобы не улетело. Я добрый, а чем-нибудь злым-то, блядь. У меня по кайфу все. Артур, еще что-то, я медленно печатаю. Фил. Все, нормально можешь написать, все, я понял. А, нет, что-то не так написал. Блять, вот это даун, а. Блин, короче, забей, ну реально, я тупой, я не могу сейчас это сделать. Под раунды вейп-хантера приходится танцевать, чтобы не заплакать, ну может. Сейчас бы екатеринбуржцы не знать наизусть раунды вейп-хантера. True. Стыдно, стыдно, пиздец. Во, я... Спасибо, Артур, спасибо. Пацаны, не выходите только с трансляции. Это я ПМ и Антон ЗБ. Это урон. Ёбаный тот. Сложно? Где звук-то, блядь?
я тебя понял. Слышите, да? Попробуй не затанцевать. Заняться танцами, да чем мне не заниматься, я все умею уже. Ну все, хорошо, понемножку. Отращивать волосы, так они, блядь, не растут, камон, каких отращу. Ну типа вот, у меня вот этот остров, нахуя мне что-то отращивать. Назначен депутатом какого-то собрания, да, назначен, я слышал об этом тоже. Чтоб челка была, у меня не будет челки уже при всем желании, я, блядь, челку свою не видел с 10 класса. Жопа опухла, отлетела. А, кстати, да, это жестко. Парламент возглавил кемеровский. Ну, ребят, вы же должны понимать, что существо, которое выглядит, блядь, так, будто нахуй по 5 детей съедает за утро, оно не останется без власти. Уже волосы выпадают. Братан, ты нихуя очнулся, они мне с первого курса универа, наверное, нахуй полетели куда-то все. Так что, это уже не вернусь, знаешь, только в трансхайр, это дорого. А я вот, видите, на что снимаю. Какой мне нахуй трансхайр. Надевай парик. Бля, я бы, знаете, как бы гонял в парике, который, типа, этот, как судьи вот носят, блядь, вот эти с кудрями, блядь, сектора. А ты за кого на кроссовере будешь, за РПЛ или Версус? За РБЛ, конечно же. Конечно же, за РБЛ. А рус существа. А, ну да, ну, блядь, ну вы видели его реально. Я когда увидел фотографию, типа, губера Кемеровской области, бывшего уже, я охуел просто. Это какая-то хуйня из людей в черном, типа, которую застрелишь, и она в конце зеленой жижей машины забрызгает рядом. Так это и выглядит. Ой, боже мой, кто присоединился. Поверить не могу. Так что, блядь, ребят, он может и президентом, и властелином мира стать. Мой злой батл, да любой следующий мой батл будет недобрый. Я уже решил все для себя. Похож на инопланетянина с планеты жопа. Ей оброс одноклассников ворвался. Отлично. Казанский крут. Ну, казанский, ну, нормально, нормально. Как мы ветцы справа и слева, ты зверсус из РБЛ. Да, изи, разъебу изи сам себя. ПМ-сектор будет за РБЛ. Тут надо у Влада спросить, конечно. Маша Поверина слишком красивая для этого мира. Согласен абсолютно. Том Монстер звезды. Ну да, ты про Джабу Хатта, наверное. Да, охуенно похож. Через час афиша. Знаете че, блядь? Курить хочу уже, пиздец. Там еще пиздец, как тепло, я бы сейчас даже прогулялся. Кто меня слил, откуда инфа, братан? Не понимаю, о чем ты. Афиша чего у тебя через час? Господи, Юшкова здесь, боже мой. Ебать, очень много людей, мне уже охота уходить, короче, если честно. Какие твои любимые сиги? Да я все сиги ненавижу, я, блядь, из-за них на третий этаж подняться не могу нормально. Курю Винстонных стайл. Если хочешь курить, кури, хорошо. Владу вон уже гимн РБЛ не нравится. Да все ему нравится, он мне его на день рождения скидывал, блядь. Топ-16, заебись. Хорошая шутка. Как? На стриме будешь смотреть... А, это не ко мне, наверное, вопрос. Сектор, ты батл смотрел, Сеймура и Шаль не смотрел. Когда батл с казанским, респект тебе из Новосибирска, города... Бля, короче, не знаю, когда батл с казанским. У меня нет инфы по этому поводу вообще никакой. Давно не виделись, очень давно не виделись, но, как видишь, ничего не изменилось. Типа, да, все так же. Какой батл с казанским? Ребят, уже есть у меня батл с казанским, он уже давно вышел, типа. О других батлах с казанским я ничего не знаю.
Мне тут всякие мемасы кидают. Так я всегда был блогером. Ты посмотри на меня. Ну типа, не блогер разве? 90 килограмм блогера, блядь, охуительного, по-моему. Дима Шум присоединился, ёба народ. Ребят, я собираю всех селеб батл репов вся на эфире. Так, сейчас пока. А мне не надо донаты, я счастлив без денег, я питаюсь лучами солнца, блядь, и росой. Мне не нужны донаты, сектор охуенный стример, я знаю, братан. Дима Шуш, подросток, переросток. Бля, уже что-то какие-то странные прилетают сообщения, я не понимаю. Букер 105 килограмм, да, ну букер высокий, типа, он выше меня. Блять, сектор сказал, что ты похож на Зелебобу. Я сказал, что ты похож на Зелебобу больше, чем Гриша. Но это true. С этим трудно спорить. Я нормально отношусь к тому, что Шум зашел на мой стрим. Как можно в чем-то быть уверенным? Я вообще не понимаю, типа. Это же, ну, это неразумно, понимаешь? Это надо, короче, чтобы вести свои стримы, это надо ебать мозг. Я так это не люблю. Тут нажал кнопочку, и все, и просто разговариваешь. Читаешь, разговариваешь. А чтобы свои стримы вести, это же всякой хуйни надо там делать. Мне очень лень, реально. Я слишком ленивый для этого. Отличный ракурс, не хотели бы сняться у меня в фильме. Ну, блядь, если ты Джек Боб, я подумаю. Недружественная обстановка, базаришь. Шум, не слушай, никого не уходи. Я сам уже уйду сейчас, что-то я устал немножко находиться здесь. Я хочу домой в ванну поваляться, блядь. Кайфовать немножко от души, от сердца. Блядь, вы все заходите и заходите. Сектор, ты классный, спасибо большое. Гона биты. Короче, я, наверное, не знаю, блядь. Привет, Одесса, привет. Даешь неуверенность. Даю. Блять, короче, на биты я в ближайшее время не прыгну, но я выкину трек, наверное, скоро. Относительно скоро. Гоу пить. Блять, Юшкова, ты понимаешь, что сегодня вторник? Я не такой непробиваемый. Я не способен. Типа, как бы что, кто бы про меня что ни говорил, я пью только на выходных. Антон, привет, привет. Привет всем. Да почему у вас так дохуя? Вы что делаете вообще в такое время? Я понять не могу. Да я ебу, с какого класса я начал рэповать, я уж не помню. Уходи под песню, когда альбом. Альбом скоро, Иришка Кис. Очень скоро она будет называться... Ой, он будет называться Юрий Дудь. План батлить в образе кабанчика остается в силе. Конечно, остается в силе. Я думал, что я следующий сезон какой-нибудь батловой площадки буду в этом образе. Батлич и все такое. Блять. Да. Нахуй биты, ждем разъеба. Да, нахуй биты. Ну, типа, я не хочу на биты пока. Не знаю, я... У меня дикция хуевая для битов, реально. То есть, вы вот послушайте, типа, дикцию у Шума на видосе. И послушайте даже, как я сейчас разговариваю. У меня хуже дикция намного. У меня скилла не хватит на биты, короче. Ну, вот именно батлить на битах. Жду этого релайза больше, чем альбом СП. СП альбом выпускает. Я, кстати, ни одного трека СП не слышал. О, Хайда, Хайда, охуенная песня Хайда. Блять, вот надо как-нибудь сесть и залипнуть, короче, за песни Хайда. Там, наверное, столько, блять, всего замечательного. Ой, спасибо, поверь, большое. Но по факту у меня она реально хуевая. Я не знаю даже, что с этим делать уже. Мне кажется, проще уже нихуя с этим не делать. Просто не батлить на битах, например. Как интересно понять, сколько еще будет трансляция идти. Она же тут выключается нахуй. Сама, да? Сыном проститутки нарвать на битах? Нет, я бы не залетел. Турнирка на битах точно нет. Типа, я не вывезу это дерьмо, мне кажется. В СП есть треки, я видел, что они выходят, но я, типа, не слушал, короче. Какие мейны на РБЛ будут, можешь сказать, я не знаю. Это к Антону вопрос все.
Я же, блядь, не это, не организую там ничего. Я могу вам сказать, я даже не могу вам сказать все батлы, которые на ИКБ будут, потому что я просто не помню их. Это же, блядь, столько всего нужно запоминать. Эти никнеймы. Все же батл-рэперы хотят выделиться, они придумывают все ебанутые никнеймы. Это же может с ума свести, если все пары, все лайнапы запоминать. Я вообще не знаю, как организаторы живут, потому что есть люди с никнеймами типа Электромышь, Белошвака и прочий пиздец, я не знаю. Сектор, как со здоровьем? Ну, я не жалуюсь, блядь, нормально, в принципе. Ходить получается, дышу я тоже вполне успешно. Что там еще должно быть, я не знаю. Трансляция длится максимум час. Ну, вот, мне кажется, еще минут 10, она нахуй вырубится. Отображать секундомер. У меня просто не обновлен Инстаграм, и я вот не знаю, мне будет отображаться или нет. Есть инсайт, что третий организатор РБЛ. Ну, блядь, я что тебе могу с этим инсайдом теперь сделать? Я это опровергнуть никак не могу, но я не являюсь организатором РБЛ. Типа, я ничего организаторского там не делаю вообще. Меня звал Антон заявки посмотреть, и у нас и то там не получилось, короче, по времени. Так что, хуй знает, откуда у тебя такие инсайды. Турнирка на РБЛ мне тоже нравится, кстати. Очень порадовала меня. Я немножко, ну я не все пары, типа, понял, конечно, на топ-16, но я, наверное, не должен этого понимать. Жду, короче, бетлов. Мне кажется, они жесткие будут все. Так, ну че, наверное, блядь, или еще посидим чуть-чуть. Вот с одной стороны, там в любом случае сейчас пробки, пиздец. С другой стороны, уже хочется на солнышко выйти покурить сигу. Хуй знает. Флоу негров. Да, сразу нескольких негров. Уэсли Снайпса и ты маскот РБЛ. Я не знаю значения слова маскот, сорян. Привет, привет. Если бы я был такой же умный, как вы, я бы отвечал на все комментарии. Но, как видите, я, блядь, не знаю, что это такое даже. Че еще-то, блядь? Если вы будете молчать, короче, то я просто, блядь, включу, не знаю, что-нибудь. Совершенно невыносимо. Покури с нами. Не знаю, как это сделать. На солнышко. Ну там оно уже садится, конечно, но пока да еще. Дизвилс честно прошел. Ну, да, наверное, а что нет-то? Я просто, может, проебал какие-то видосы с отборов. Я, может, не все видел. У меня губы, как у Кардашьян. Ну, короче, я Маше сам отвечу по этому поводу. Как ты развиваешься, сектор, читаешь что-нибудь? Ну, иногда, да, последний. Я уже давно нихуя не читал, на самом деле. Не знаю, как развиваюсь. Я, блядь, общаюсь с людьми, это же самое главное. Как можно выйти на солнышко, когда ты... блядь, растаял. Я зашел сюда исключительно ради Димала. Но его здесь не будет, что я могу сказать. Его тут точно не будет. Потому что он где-то в другой части города сейчас, скорее всего. Ебать, Геба, здорово. Ты какой нация? Блять, на одном батле мне сказали, что я, короче, татарин, но я в корне не согласен с этим, потому что я бы об этом знал, ну, наверное. Ой, блядь, боже, сколько милостей. И типа, хуй знает, по-моему, я русский, мне кажется, что я русский, типа. А так, с другой стороны, вот ли не похую какой нация, или, ну, не знаю, мне кажется, это вообще похуй. Вот, Геба, ты какой нация? Мне очень интересно. Чем заходить ради Димала, если можно зайти ради прекрасного сектора? Блядь, откуда столько приятностей стали писать? Привет, привет. Я вообще не понимаю. Раньше такого никогда не было. Я помню, вышел у меня, блядь, батл первый, и там пишут про нас с моим оппонентом первые комментарии, ну и ебальники, типа. Я с тех пор как-то не привык, знаете. Казах? Не, я не казах. Ну, вряд ли очень. У меня есть вроде родственники в Казахстане, но мне кажется, что я не казах. Короче, это бесполезный разговор, можно сколько угодно гадать. Можно говорить, что я палестинец, блядь, или хуй его знает. Это ничего нам не даст.
Вот Геба, например, да, вот спросите, какой она нация. Она вот, например, анимешница. Сектор лучше. Спасибо, обнял. Блять, Ронда с лимоном, ребята, это самое прекрасное, что вот может быть просто. Это так охуительно. Ты за джихад, как ты уже однажды сказал. А, ну мало ли что. Я мог всякое сказать. Джихад это, кстати, джихад это же, блядь, не имеет отношения к терроризму. Вы вообще читали? Я слышал, что джихад, типа, это просто означает взяться за дело. Ну, типа, это не связано вообще никак с терроризмом. Как относишься к Букер? Ну, как отношусь к Букер? В жизни с ним пообщался нормальный чувак. Вроде дружелюбный такой и все такое. Батлы, ну, не все нравятся далеко. Наверное, на Версусе это самая слабая часть вот его, короче, батловых выступлений. На слово СПБ были очень прикольные. Ну, нормально отношусь, чем мне к Букеру плохо относиться. По трекам ничего не могу сказать, потому что я не думаю, что я слышал достаточно, чтобы судить. Как это, ну, блядь, только казахи такие пиздатые. Ну, казахи, да, они пиздатые, действительно. Смоки красивые. Но я не очень в этом разбираюсь. Ну, кепка у него пиздатая на нашей фотографии. Мне очень понравилось. Жаль, что мне такую не приобрести. Джихад это война во имя религии мусульман. Да нет, типа джихад это просто взяться за дело, короче. Просто, типа, ну там, не знаю, винду переустановить. Вот, ну типа, да. Есть мотивация на РБЛ слово СПБ? Ну, может быть, в принципе, почему нет? Да я думаю, что если какой-то интересный оппонент, даже в плане спортивного интереса, то мотивация будет, типа, без этого никуда. Мотивация будет, потому что мне просто нравится батлиться, и все. Саламуля, Сыктыр, бля, я даже это прочитать не могу нормально. Саламуля, Костя. Ну чё, короче, ребят, я, наверное, пойду курить сигареты и похуярю домой уже. Все не будут такими же добрыми, нет. Как ты думаешь, забыв, правильно сделал, что про семью читал. Чувак, мне кажется, что ты правильно сделаешь, если будешь писать чуть-чуть поправильнее. Я чуть глаза, блядь, не сломался. Меня сейчас сестра спрашивает, ты тебя обидел, говорит, у тебя грустные глаза. У меня, короче, не знаю, у меня почему-то такое ебало с детства, ничего не могу объяснить. Сейчас я веселый, типа. Поскольку часов спишь? 5-6 часов недостаточно. А, левый только грустный глаз. Ну, я ничего не могу с этим сделать. Трансой не умею сохранять. А, не, я умею сохранять, но я не буду, мне не нравится. Типа, нахуя это кому-то пересматривать потом? Против Сеймура? Ну, я бы не хотел против Сеймура, но ну, ради спортивного интереса, с другой стороны, типа, может и побатлил бы. Но тут, типа, такая ситуевина получается, что если ты вписываешься на батл с Сеймуром, ты не можешь на похуй подготовиться уже, потому что, ну, это как, знаете, там, батл с ПМом, батл с Дипом. Ты можешь не хотеть с ними батлиться, на похуй ты не сможешь уже подготовиться в принципе. Порви всех на версусе, спасибо обязательно. Почему так мало? Что мало? Чего именно мало? Ну, короче, давайте 5 минут еще, и я попиздую. Курить. Очень хочу курить. 2 часа не курил, блядь, уже. Или даже 3. Почему так мало спишь? Так это достаточно, типа, мне хватает, то есть, я успеваю за это время отдохнуть. Ну и дохуя спать тоже вредно, типа, прям серьезно, это true. И когда не очень много спишь, я заметил, ну у меня как лично, у меня типа башка лучше соображать начинает. Когда я дохуя сплю, у меня вот был период в жизни, где я, наверное, блядь, месяц нихуя толком не делал такого, чтобы мне куда-то вставать надо было идти. Блять, я уже прямо нахуй так тупел, пиздец. С Гнойным, может быть, побатлил, кстати. Ну, типа, опять же, так, у меня нету, я не злюсь там на Гнойного за что-то, ну, так, чисто, хуй знает. С командой уже все решено. С какой, блядь, Virtus.pro? Приятного аппетита, спасибо.
Антох, что за новый Кровосток? Слыхал? Блять, я хочу послушать Кровосток новый, но что-то все никак. Я ни Викинда не послушал нового, ни Кровосток. Я куда-то выпадаю, реально. Не знаю, почему так происходит. Чувак, нужно спать по 8 часов. Да, кто тебе такое сказал? Типа, дохуя людей спят и по 4 часа им ок. Че, чат за тех девочки, давайте снова писать, как мы все любим сектора. Боже, блядь, ребят, вы хотите, чтобы я растаял, тут покраснел? Так ведь и случится просто. Привет из Рима, нихуя себе, привет из Рима. Ой, блядь, привет в Рим. Или Рим, хуй знает. Ну все, видите, у меня уже язык заплетается, это потому что я застеснялся такого женского внимания. Почему только девочки, мальчики тоже его любят, ебаный в рот. Часто в доту играешь или времени нет? Короче, я перестал играть в доту. Реально, я решил, что я больше не буду играть в доту. Не потому что очень много времени это занимает, а потому что я последние 2 раза зашел, неделю, наверное, назад. У меня так жопа сгорела, это пиздец. Я больше не готов так жертвовать своими нервными клетками просто. Это вообще не окей. Я же говорю, что о грядущем версусе. О каком грядущем версусе, братан? Смоки или Оксимирон? Не знаю. Вот Викинг говорят тоже. Мне все говорят, что Викинг охуенный, но я не знаю почему. Можно с тобой познакомиться, блядь. Ну мы же вот тут с тобой разговариваем прямо сейчас, это же уже как знакомство. Привет из Лондона. Привет. Мне кажется, что сейчас вы начнете рандомные какие-то европейские города просто перечислять, и я буду как даун такой, блядь, туда привет отсылать. Молитвы дошли до вселенной. Чекнул фотку с шумом, кидал тебе вчера. Братан, я наверняка чекнул, но я что-то не помню. А куда ты ее кидал? Хуй знает. Тебе Майк пришел. Здорово, Майк. Даже по фану не играешь, жаль. Эх, да заебал. Ну, типа, я не могу по фану играть. Я могу одну игру сыграть по фану. Мне все равно потом хочется выигрывать. Наркос не смотрел. Говорят, хороший сериал. Но я не смотрел. Мне, короче, неинтересно почему-то вот эта скобаровская движуха вся. Хуй знает почему. Сохрани эфир, я пропустил. Да тут нихуя интересного не было, братан. Привет из, привет. Я не буду, короче, вот, привет из Петербурга, привет. Привет из Сингапура. Откуда ты еще, Геба, интересно, блядь? Привет с Антарктиды. Не, я реально в Риме живу. Не, вот тебе я поверил. Серьезно, тебе-то я реально поверил. А дальше что-то пошел в Лондон, и я уже такой. Откуда, блядь, тут люди из Лондона? Что это, блядь, с филиала Слова, который там Джонни Пит пытался открыть. Привет из Томска. Про Кищук написал еще. Бля, я что-то помню, но я уже засыпал или что-то такое делал, короче, не помню. Но я помню, что я что-то такое, короче, хз, обрывками. Реально в Лондоне. Да я тоже, ребят, я сейчас вот в Монте-Карло. Там какое-то здание строят, блядь. Эскобар нормальный ник для батлера. Ну да, наверное. Не, ну, бля, стебать тебя будет, конечно, пиздец. Еще один привет из Томска, е-е-е. Из Кемерово, ёпта, е-е-е. Из пизды у черта, е-е-е, привет, пизда черта. Привет из Чебаркуля. Очень смешное название города, мне очень нравится. Короче, мне очень доставляет слово Чебаркуль почему-то. Привет из Тулы. Салам алейкум. Бля, почему вы, типа, что вы все делаете сейчас? Я просто не могу понять. Я вот сегодня такой пораньше освободился. Мне хочется переждать пробки. Чего вы все делаете? Я смотрю, просто люди что-то заходят и заходят. Привет. Из Татарска. Это что? Это какой-то затонувший континент, что такое Татарск. Видел, как башню сносили. Честно признаюсь, мне вообще не интересно, как ее сносили. Ну, типа, я видел видосы и все такое, но мне что-то так похуй на эту башню, потому что она, блядь, не работала даже никогда. Снесли, снесли. Спасибо тебе за панч про глаза, аниме, персонажей. Не за что. Сектор, привет, мы аутируем. Все мы аутируем, братан, так или иначе. Я сейчас книгу буду читать. Я тоже хочу что-нибудь почитать. Но что-то, короче, хуй знает. У вас с шумом один телефон на двоих. Да, у нас один телефон на двоих и номер тоже. На паре сидим, к примеру. Ебать, пары. Чудесное время. Тулеев нормальный ник для батлера. Вот это отличный ник для батлера. Я бы, короче, так и назывался. Ну, в общем, удачи, успехов, а мне еще раз заделать. Делай обязательно, у меня не будет батл рэпером. Снимай. Сектор, я снимаю тебе видео. Блять. Очень сложно.
Лондонская область, блядь. Мы все просто плохо работаем. Антох Ройзман, заебись, мэр. Так, ребят, он же... Как вам объяснить, блядь? У него нет полномочий, он ничего не может делать. Он делает всякие там... Всякую бытовуху, к нему приходят многодетные матери, там... И, короче, он им помогает, что-то там... То есть он ничего не делает в плане, ну, масштабно, то есть этим всем занимается сити-менеджер, губернаторы, то есть у Ройзмана нет полномочий, я не могу сказать, заебись он мэр или нет. У него забавный твиттер, смешной, я читаю, вообще выпадаю нахуй. Читай Ницше, сложно, не хочу Ницше, Шерлок Холмс почитай, да что-то хуй знает, сектор ты старый пидор, зачем ты так со мной? Сектор, здравствуйте, здравствуйте. Чебаркуль нормальный ник для батлера. Чебаркуль отличный ник для батлера. Если бы я 2 года назад или 3 уже додумался до этого, сейчас вы бы разговаривали с человеком, который бы звал себя Чебаркуль. Блять, что такое? Все равно он по сути ручной. Кто ручной? Я уже проебал этот момент. Что-то, короче, все, наверное, да? Пойду я курить. Давайте, ребят, всех обнял, всех был рад видеть, спасибо. Ну, кроме того, который назвал меня старым пидором. Я надеюсь, что ты об этом пожалеешь. Да мне лень тебя банить, я уже выхожу из трансляции, нахуй мне тебя банить. Почему сектор? Я не помню. Давайте, ребят, здоровья охуенно. Все, всем пока, всем спасибо, всех обнял. Как это выключить, блядь? Как это выключить? Не получается.